17 автомобилей получили социальные учреждения Новосибирской области. Их смогут использовать для сопровождения инвалидов и людей пожилого возраста. Сейчас у нас используется автомобиль «Газель». Ей уже 8 лет, как бы, и взамен получаем вот этот прекрасный автомобиль. Он приспособлен для перевозки в том числе и инвалидов-колясочников. То есть он оборудован подъемной платформой, фиксацией колясок, два места. Двое пассажиров могут на колясках передвигаться. Это автомобили для маломобильных пассажиров со специальными подъемниками, машины для домов милосердия, детских учреждений и оздоровительных лагерей. На новые микроавтобусы Ford Transit и Lada Largus потратили около 45 миллионов рублей. Средства выделили из резервного фонда правительства Российской Федерации. Сегодня я получила две машины. Мы ждали эти машины очень долго. Для наших летних оздоровительных лагерей, которые у нас находятся в Дзержинце и Солнечный мыс. Для этих лагерей мы получили машины для перевозки детей, для безопасной перевозки детей. Машины мы получили для того, чтобы детей перевозить, как говорится, вывозить в город Новосибирск, Новосибирскую область, для различных мероприятий. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.